Рисуем акварельный скетч, стакан с лимонадом. Подробный список материалов ищите под этим видео. Для начала возьмем простой карандаш и отметим высоту стакана. Проведем его центральную часть. Наметим левую сторону и симметрично добавим правую. Снизу отметим объем. Добавим толщину дна, отметим высоту воды и начнем размечать внутри лимоны. Также добавим кубики льда. Сверху еще кругляшок лимона. И начнем все более точно прорисовывать с помощью линера. Берем тонкий линер, у меня микрон номер 005. Начинаем прорисовывать с лимончиков. Отмечаем объем мякоти. Внутри небольшими линиями отмечаем текстуру мякоти. И отмечаем кожуру. Так прорисовываем каждый лимончик. Также отметим половинки долек, какую-то виднеющуюся кожурку. Сделаем это апельсинами. Прорисуем кубики льда. Отметим высоту жидкости и более точно отрисуем стакан. Отмечаем толщину дна и стенок. Дорисовываем последнюю дольку лимона по такому же принципу. Теперь берем линер потоньше, у меня микрон 0,8. И добавляем контур. Убираем карандашные линии с помощью клячки либо ластика и приступаем к акварели. Набираем кадмий лимонный. Разбавляем его водичкой и закрываем мякоть лимона и его кожуру. Внутри лимончиков на мякоти я забыла добавить текстуру мелкими
мелкими линиями. И продолжаем закрывать кадмием желтым лимоны. Закрываем мякоть и кожуру. Так делаем с каждым лимончиком. Добавляем золотистую на палитру и отмечаем виднеющиеся апельсины. Разводим цвет сильнее водой и отметим на стекле отблески. Вернемся к кадмию лимонному, сильно разведем его водой, еще немножко отблесков добавим на стакан. Теперь набираем кобальт синий, отмечаем толщину дна у стакана и добавляем теневые отблески. Этим же цветом отметим тень под стаканом. От стакана тень делаем светлее. Наберем цвет ярче. У стакана тень затемним и добавим теневые отблески по стакану. Также затемним дно. Отметим пузырьки газа. Также пузырьки добавим линером. Добавляем теневые отблески на лед. И на этом все. Рисунок готов. Большое спасибо за внимание. Если вам понравился видеоурок, то обязательно поставьте палец вверх и расскажите о нем друзьям. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арт. Пока-пока!